недавно узнала о вашей автопрограмме. Меня она очень заинтересовала тем, что я могу со скидкой достаточно большой приобрести автомобиль. Не можете ли вы мне рассказать подробнее, потому что, ну, я ничего не знаю практически. Хорошо. Ну, хочу вас поздравить, что вы уже знаете об этой автопрограмме, потому что о ней знают, ну, единицы. Ну, ладно, десятки людей, да, может, там сотни. Но это очень мало на данный момент. Несмотря на то, что она стартовала в прошлом месяце, в начале прошлого месяца, было объявлено об этом 31 октября, старт был как бы с 1 ноября. Но несмотря на это, уже есть первые обладатели, счастливые обладатели, которые приобрели уже автомобиль. То есть уже наши автомобили, приобретенные по автопрограмме, уже катаются по этой земле, что радует. Но это только начало, и самое интересное, что очень многие люди до сих пор не понимают, как она работает и за счет чего она работает. Потому что действительно вы имеете возможность, воспользуясь нашей автопрограммой, именно нашего клуба, получить автомобиль в пользование на 30% дешевле от заявленной стоимости дилера. То есть, если у дилера стоит автомобиль 3 миллиона, то, используя автопрограмму и наш механизм внутренний в клубе, да, вы можете этот автомобиль приобрести за 2 миллиона 100. Ну, согласитесь, серьезная разница. Да? Вот. Теперь давайте разберемся, а за счет чего? То есть, за чей счет банкет? Да, за чей счет банкет? Значит, смотрите, дело в том, что у нас в клубе есть уникальный алгоритм, он называется математический алгоритм капитализации, с помощью, то есть это программа цифровой продукт, вот, в виде электронной акции мы преподаем, да, или даже для более такого понятного образа монета. Но это, в принципе, это электронная акция. Вот. Ее основная превосходность перед другими, скажем так, ценными или бумагами, или деньгами, или даже криптовалютой, в том, что там отсутствует волатильность. Мы знаем, что акции предприятий могут подниматься, опускаться, цена акций. Точно так же мы знаем волатильность денег, да? Евро, доллар, рубль, гривна, они могут подниматься. Ну, у них есть такое понятие, как волатильность. У криптовалюты то же самое. Так вот, у нашей акции, да, у нашего актива волатильность отсутствует. Она может или расти в цене быстро, медленнее, она может на какое-то время остановиться. Все зависит от динамики и активности, то есть использования. Но она не может опуститься вниз. И это уже доказано временем. То есть это не то, что мы говорим, она не сможет опуститься. Она за, с 18 года, когда был запуск этой акции, она ни разу не опустилась вниз. У нее был быстрый, медленный рост, быстрый рост, когда много людей заинтересовались и были большие торги. Но тем не менее сейчас у нас, мы переживаем некоторые другие интересные моменты, но эта акция, она постоянно будет расти в цене и никогда не опустится. Это первое. Так вот, за счет того, что мы ее включаем в автопрограмму, каким образом? Для того, чтобы вам на платформе оплатить автомобиль, этот автомобиль мы ставим на нашу платформу на скиншоп. У нас есть торговая площадка, где мы ставим товары, продукты, услуги. В том числе и автомобиль. Так вот, для того, чтобы этот автомобиль оплатить, вам нужно приобрести эту акцию. А вот вторая специфика и вторая ценность этой акции заключается в том, что при каждой покупке этой акции, то есть то, что мы говорим, идет активно, да, она растет в цене. Так вот, за счет роста цены мы потом перекрываем вот этих 30%. Вот это очень важный момент. За счет чего и как, да, вот это происходит. Именно за счет роста акций. Потому что у нас тогда внутри, на нашей платформе, капитализация общая вырастает. И мы вот эту, как бы, казалось бы, потерю на начальном этапе перекрываем. Что нужно вам сделать, да, если вы не член клуба? Потому что у многих уже есть этот актив. Вот. И я расскажу чуть попозже, как им можно воспользоваться. В вашем случае, вы регистрируетесь на платформе клуба, так? Покупаете актив, потому что у вас его нет, да? Покупаете актив, у нас там есть распределение 25% на 75% на сегодняшний день, то есть 25% вы оплачиваете евро, у нас все исчисление идет в евро, а 75% вы будете оплачивать активом. Вот, таким образом вы сэкономите 30% стоимости.
В будущем, почему вот такая разница, да, актива, что 75%? В будущем я не исключаю, что эта разница будет другой. Объясню почему. На данный момент ликвидность нашего актива не очень высокая, да, скажем так, низкая активность. Вот, поэтому мы даем возможность больше этого актива обменивать на товары, в том числе и автомобили. Когда активность будет повышаться, вот эта разница будет смещаться в сторону. Ну, то есть, например, 30% кэшем, да, 70% активом. Или 50% кэшем, 50% активом. Так что сейчас у многих, у кого есть актив, и у них есть завидная возможность занять очередь. У нас все идет согласно очереди. То есть, кто первый вносит депозит, кто объявляет, что он хочет участвовать в автопрограмме, вносит депозит, он фиксируется сейчас 25 на 75. Немножечко, когда пройдет время и ликвидность актива начнет повышаться, то есть продажа автомобилей будет более, скажем так, быстрой или более массовой, естественно, ликвидность актива будет повышаться, и мы его будем суживать. Да? То есть у кого уже есть актив, дело в том, что у нас есть люди, которые приобрели актив там, за 100 евро, за 300, там, за 1000, за 2, а сейчас он стоит порядка 50 тысяч. То есть некоторые люди имеют возможность, которые приобрели актив за 300 там, евро, сейчас оплатить автомобиль. 75% мы даем возможность. Но это будет не всегда. Вот это на данном этапе. Со временем это будет сужаться. Тем более, что мы вводим еще и другой актив. У нас есть Prosperity. Это актив, быстрорастущий актив, который должен служить таким триггером, чтобы продвинуть MacCam. Наш основной актив. Он первый, он есть и он останется у нас. Да, вот я как раз таки хотела об этом. Именно MacCam это, скажем так, классический наш актив клубный, который у нас, он останется. Все промежуточные активы, они выполнили свою функцию, у каждого есть своя судьба, у Prosperity тоже готовлена своя судьба. Многие знают и уже поняли, что Prosperity на сегодняшний день, Mac Prosperity, это тот же Кент, только, скажем, где-то там в начале 2020 года, когда можно было Кент приобрести там за 1000, за 2, за 5 и так далее. То есть он будет двигаться именно в эту сторону. Те люди, которые поймут это и сейчас приобретут Prosperity, то есть они получат двойной выигрыш. Во-первых, сам Prosperity можно купить дешевле, потом продать дороже. Потому что Prosperity придет и войдет в Кент. Это первое. А второе, представьте себе, что сейчас для того, чтобы оплатить Prosperity автомобиль, а мы Prosperity дадим возможность оплатить, для наших партнеров с Украины, они прям с Prosperity будут стартовать. Буквально 12 декабря идет старт автопрограммы на Украине. У них участвует только Prosperity. То есть, что это значит? На сегодняшний день нужно купить порядка 20 активов, да, для того, чтобы оплатить Prosperity. Он же будет расти в цене, и у Prosperity заложена программа, алгоритм быстрорастущий, потому что его судьба уготовлена следующим образом. Он должен догнать наш уже существующий актив, у нас есть Mac Classic, войти в него, а Mac Classic войдет в Кен. Все. Ни Prosperity, ни Mac Classic не будет. Останется только один Mac Кен. И вот сейчас те люди, которые приобретут Prosperity, в процессе роста цены, то есть сейчас нужно 20 активов, да, с его большим ростом будет 15, 10, и дойдет до того, как сейчас MacCam-то нужно всего лишь половину этого актива, даже меньше, да, чтобы оплатить автомобиль. То есть не целый актив, а половину актива. Представляете, кто-то купил когда-то целый за 300 евро. А сейчас у него этот актив есть, который стоит 50 тысяч. Вот. Приблизительно то же самое произойдет в Prosperity. Вот это очень важно. Я бы хотел, чтобы вы воспользовались этой возможностью. Потрясающе. Спасибо вам огромное. Теперь, ну, понятно на самом деле стало. Я обязательно воспользуюсь этой возможностью. Желаю вам удачи. И я знаю, так мне шепнул кто-то на ухо, что вы недаром заинтересовались автопрограммой, потому что вы в прошлом или настоящем, давайте я, можно задать вам вопрос, да? Ну, да. Вы занимались автогонками. Да. Да? Да. Вот это интересно. Автоспорт, да. Автоспорт, да. Поэтому все, что связано с автомобилем, конечно же, мне интересно. Ну, вот. И как многим, собственно, тоже. Ну вот, так что, пожалуйста, воспользуйтесь нашей программой сами и расскажите другим. Обязательно. Вы можете сделать счастливыми много-много людей. Вы очень подробно рассказали, и очень понятно. У нас есть на платформе и на нашем YouTube-канале достаточно информации об этом.
есть видеоролики, так что рекомендую ознакомиться. Ну и всегда можете задать вопрос и получить ответ. И отдел хорошо работает, да? Да. Поддержка да. Была, да? Да. И он хорошо осведомлен о автопрограмме, то есть он знает все нюансы. На самом деле она ничего там сложного нет. Вот, просто нужно просто вникнуть. Да, все. На самом деле. Слушай, да. Ничего сложного нет. Ну все, спасибо огромное. Вам спасибо.